Приключения южноуральцев в Голливуде. Боксер Хабир Сулейманов из Челябинской области сыграет главную роль в фильме про Салавата Юлаева. Сценарием, который написал сам спортсмен, заинтересовался Тимур Бекмамбетов. В гостях у семьи Сулеймановых побывала наша съемочная группа. Боксер-сценарист родом из Аргаяшского района. Чтобы рассказать о своих предках, спортсмен написал историческую книгу про Салавата Юлаева и сценарий для фильма. Его работа понравилась известному кинорежиссеру Тимуру Бекмамбетову. Съемки планируют начать уже этим летом в Голливуде. Хабир Сулейманов выступит там в главной роли боксера. Он признается, было обидно за то, что в Америке, где он выходил на бои, его воспринимали как россиянина. А про такой народ, как башкиры, там ничего не знали. Поэтому вот я начал на ринг выходить именно с башкирском наряде. Это Елена называется. И захотел вот так тоже сценарий написать, показать культуру, так сказать, башкир на мировом уровне. У Хабира есть брат-близнец Сабир. Вместе они начали заниматься кикбоксингом в 18 лет, когда поступили в Челябинский агроинженерный институт. На 5-м курсе они впервые отправились в Америку на чемпионат мира. Тогда Хабир завоевал первое место, а Сабир – третье. Вот один из чемпионских поясов брата. Вообще их три чемпионских пояса. Родители спортивными достижениями сыновей гордятся. Рассказывают, что такие качества, как труд и упорство, они прививали мальчикам с пеленок. Братья ходили на рыбалку и охоту, кололи дрова и помогали по хозяйству. Новость о том, что их сын Хабир написал книгу и сценарий фильма про Салавата Юлаева, не удивила родных. Они признаются, Хабир с детства был любознательным ребенком и всегда интересовался историей своего народа и предков. Хотелось читать и читать, и быстро прочитала за 2-3 дня ли. С малых лет меня учили, вот, говорили, что от чего, куда, про наших прапрадедов. И вот я все то, что они мне дали, я передавал своим детям. Актерский опыт у Хабира уже есть. Он участвовал в клипах своего друга-рэпера Александра Ковалева, поэтому играть в кино спортсмен не боится. Фильм про Салавату Юлаева будет сниматься в Голливуде, Москве, Минске и, вероятно, в Челябинске. А одна из ролей может достаться Жан-Клоду Ван Дамму. Юлия Валеева, Иман Лаизов, 31 канал.